шведский программист Александр Батыма стал богатым благодаря биткоину. Как отмечает сайт Nordic Business Insider, в 2013 году Батыма увидел потенциал биткоина и инвестировал в криптовалюту, когда она стоила всего $30 за единицу. На данный момент его инвестиции выросли в 100 раз. Он не раскрывает объем капитала, но признает, что доволен своими доходами. По словам Батыма, для него это сродни пенсионному страхованию. Программист говорит, что продаст свои сбережения, когда цена достигнет $100 000 за одну монету, чем выразил веру в рост цены на эту криптовалюту.